Публичные слушания об исполнении муниципального бюджета за 2021 год прошли в удаленном формате. Участие в обсуждении принимали представители администрации, жители, общественники. Председатель контрольно-счетной палаты муниципалитета Никита Ермолаев подтвердил, что экспертиза исполнения бюджета округа за минувший год показала его соответствие требуемым параметрам. Вопрос об исполнении муниципального бюджета будет вынесен для утверждения на ближайшую сессию окружного совета депутатов.